Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в соляную комнату. Что такое соляная комната, вы узнаете в видеоролике. Соляная пещера представляет собой специально оборудованное помещение с удобными релаксационными креслами. На стены и пол нанесено солевое покрытие, которое способствует поддержанию необходимого уровня влажности. Перед сеансом проводится проветривание и обеззараживание воздуха. Очиститель, расположенный внутри соляной пещеры, уничтожает и удаляет все вредные инфекционные микроорганизмы, как в воздухе, так и на поверхностях. С внешней стороны располагается сердце нашей соляной пещеры – галогенератор. В него помещается аэроголит – высокодисперсный полифракционный препарат из хлорида натрия, частицы которого имеют размер менее 5 микрон. При работе аппарата происходит псевдокипение, и помещение наполняется соляным аэрозолем, который обладает уникальными оздоровительными свойствами. Драгоценный соляной аэрозоль неощутимо оседает на коже, проникает в дыхательные пути и начинает восстановительное и улучшающее воздействие, выводя токсины, аллергены, болезнетворные бактерии и вирусы, нормализуя обмен веществ, укрепляя иммунитет, улучшая кожу и кислородный обмен. Сильный организм, глубокий сон, прекрасное самочувствие – это то, к чему вы стремитесь. Дайте себе шанс на счастливую жизнь вместе с оздоровительным микроклиматом соляных пещер «Соль Плюс». Так, друзья, входим. Мы уже одели заранее бахилы. Так, вот такое вот помещение. Это ближайший район, как для себя мы делаем выборку, откуда больше к нам приходит гостей. Такая вот эта красивая стенка. Соответственно, далее, куда это? Что-то нужно написать? Ой, да, свои фамилии. Напишите за меня, друзья, моя сестра. Взяла коктейль себе. Какой из гранатовый взяла? Меня не вылаживает. Стесняется. Ты себе какой? Я не буду. Вкусно? Ань, вкусно? Угу. Нравится? Друзья, ну что, нас проинформировали. Теперь мы заходим в саму комнату. Гляньте, а. Соль. Стены тоже все соли. Картина какая-то красивая. Так, вот такой обзорчик делаю. Какая красота, слушайте. Телевизор здесь есть. Тут для детей, вот смотрите, есть уголочек. Тут дети играют. Вау, все в соли. Тут вот люди отдыхают, взрослые. А, нет. Вот. Вот как-то так. Картинка такая вот есть. Для шейного отдела позвоночника. А это вот мое место. Все, начинаем процедуру. Все, я вам желаю приятного спасибо отдыха. Спасибо большое. Так. Вот так ложимся, друзья. Так вот. Я отдыхаю. Друзья, все, мы отдохнули, посидели. Еще обзорчик такой вам сейчас сделаю, покажу. И все, друзья, приходите. Вам понравится здесь. Все, уходим, друзья.